помер, пусть земля будет пухом этой мерзкой рожи. А тебе таки удалось кое-чему научиться. Заходи ко мне в лавку, когда будешь в новой гавани. Будет приятно лично с тобой познакомиться. Получили доказательство гибели безумного Мэла. Железяки будут в восторге. Пожалуйста, подождите. Я открою доступ в новую гавань. И... Смотри, как я могу! Скутер просил передать, что у него есть кое-что такое, о чем он хотел вас попросить. Лучше вам с ним лично поговорить. Да. Тебе что-то нужно? Доступны новые задания. На этом пока. Можно подобрать себе машину. Можно даже раскрасить ее в любые цвета. Хочу сообщить вам, что я приняла решение, которое вам, скорее всего, не понравится. Будучи администратором новой гавани, я несу ответственность за благополучие местных жителей. А это означает, что на какое-то время мне придется закрыть дорогу к убежищу. В соляных равнинах расположился барон Флинт со своими бандитами и адскими машинами. А я не хочу, чтобы мирные граждане погибали при попытке пройти мимо них. Слушайте меня, болотные жители. Опуская детали, которые могут смутить многих из вас, я сразу перейду к выводу. Существование хранилища более чем вероятно. В дополнение к этому факту, который, наверное, прожжет дыру в ваших мозгах, скажу, что хранилище можно открыть только раз в два столетия. И это время на подходе.
Надеюсь, тебе удается избегать всяких подозрительных. Скутер просил передать, что у него есть кое-что такое, о чем он хотел вас попросить. Лучше вам с ним лично поговорить. До скорой встречи.
по газам. Пора убираться отсюда. Отправляемся в путь! Пора убираться отсюда. Вы нашли коррозионное оружие, выпущенное из этого.
в оружие снаряды обливают цель кислотой. Кислота моментально разъедает броню и плоть и может попасть на других врагов, находящихся рядом с целью. По газам. Пора убираться отсюда. Убить их немедленно!